Вы смотрите «Вестник Северодвинска», и мы продолжаем. В Архангельской области может появиться школа классического балета. Такое заявление сделала знаменитая российская балерина Ильза Лиепа. Сегодня она прибыла в Архангельск с социальной миссией – предложить Поморью проекты фонда «Культура детям». Ильза Лиепа прибыла в Архангельск по приглашению ее коллеги по Союзу женских сил Елены Вторыгиной. Знаменитая российская балерина приняла участие в конференции городского отделения этой общественной организации. Проекты фонда Ильзы Лиепы «Культура детям» призваны поддержать талантливых детей, занимающихся танцами, и в частности балету. Балерина давно мечтает открыть балетную школу в столице региона. И сегодня для этого сделан уверенный шаг. Подписано важное соглашение между ее фондом, администрацией Архангельска и фондом поддержки региональных проектов «Успех». Проекты, которые мы обдумываем, они очень важны для подрастающего поколения, такие стратегические, да, вот это тот наш такой завтрашний день. Это культура, и кажется, что культура, ну, это что-то такое дополнительное к там, социальным проблемам, а это и есть наша такая насущная проблема. Вот поэтому очень приятно, я думаю, что мы будем сотрудничать. Сегодня в стране уже действуют 4 школы Ильзы Лиепы. По уникальной концепции, разработанной российской балериной, дети приступают к занятиям с 2,5 лет. Также сегодня Ильза Лиепа приняла участие в открытии новой детской площадки в Архангельске. Мы решили во всех районах Архангельской области поставить такие детские площадочки. И уже 10 площадок установлено. Вот сегодня устанавливаем в Архангельске, в дар городу от нашего фонда «Успех». И везде они звучат детские голоса. Всегда ребятки любят. Потому что моя задача сегодня в первую очередь, как президента Оптического совета нашего фонда, чтобы такие площадки были в каждом дворе нашего города.